Господа мастеровые, всем здравия. Итак, продолжение рубрики «Строительство мастерской от фундамента до крыши своими руками». Тема «Лестница». Лестница внутри, на второй этаж. Небольшое отступление для тех, кто не в курсе. В первом ролике показывал простейший шаблон для торцевания ручной циркуляркой ступенек одинаковой ширины. Во втором ролике показал тоже простейский шаблон, по которому фрезеровать уже паз под ступеньки на двух совмещенных тетивах. Ну и третий, ознакомительный, вот лестница в сборе, в рабочем состоянии перед вами. Сразу скажу, что именно то, чего я хотел, то и получил. Очень легкая, удобная в эксплуатации лестница. Ширина и высота проступи очень удобная, подниматься вне напряг, хоть 20 раз. Ну и уже успел ее покрыть, она и высохла, и тут замусолил даже немножко башмаками. Покрывал вот таким вот маслицем. Это польская древно шрон. Не знаю, тут вообще мелкий почерк. Ну, забейте в интернете, посмотрите. Ну и давайте уже вот сразу подниму, покажу. Хватаемся вот так вот за тетиву к стеночке. На стенке задебилил вот такой крючок. Раз в петельку. Ну, крючок обычный, 30 рублей в хозяйственном. Все. По диагонали он у меня убирается к стеночке. Съело немного, около 18 сантиметров. Но это не критично. Это немаловажный вопрос у меня поднимался, чтобы лестница была складная, убиралась, так как пристройка всего лишь 2 метра шириной, а должен проход быть свободен. Мало ли сюда задвинуть какой-нибудь станочек на колесиках, ту же самую рейсмус на будке или ленточку поставить. Да. Конечно, я рассматривал и несколько вариантов. Первый, допустим, сделать там петли, а этот конец поднимается на тросах. Но я его сразу убрал в сторону. Не люблю, когда что-то на голову тяжелое висит. Некомфортно себя чувствуешь. Второй вариант рассматривал. Здесь колесики, там направляющие. Она вот так вот жжет туда, к полочкам. Но тоже не совсем удобно. Мало ли что-то захочется взять саморез, подойти туда, а там мешает лестница. Ну и уже не поставить инструмент тяжелый, стационарный. Третий вариант — это разрезать посередине, сделать шарниры, там опять петли, и она складывается вдвойне. Опять же, какие-то на тросы, противовесы или компенсационные пружины, чтобы легко можно было ее задрать. Но это все очень долго, потом отпускать. А этот самый простейший вариант в рабочее состояние привести, ну, просто за считанные секунды. Вот в одной руке я сейчас держу камеру, второй беру, так вот, раз. Все, готово к работе. Сейчас просто коленкой подпираю. Так, ну вот, ступеньки вклеил в тетиву. Но так как древесина еще не окончательно высохла, в дальнейшем рассыхание все-таки произойдет, решил еще усилить шпильками. 3 штуки на всю длину поставил. Снизу под ступенькой спрятал, чтобы не мешал, не мешалось. Шпилька М8, одна. По центру вторая, ну и там третья. Второй конец у лестницы выглядит вот таким образом. То есть те вот крючки ложатся на площадку верхнюю. Вот. Здесь прикреплен брус по диагонали к стенке. На 4 дюбеля посадил, пропенил и вкрутил. 4 петли. Петли тоже обычные в хозяйственном магазине. Там 40-50 рублей. Все это мелочь. То есть сначала лестница лежала, была прислонена, я вкрутил петли, потом подвинул лестницу и уже в брус вкрутил вот так вот. То есть была сдвинута, я вкрутил петли так, потом подвинул и уже здесь вкрутил. То есть никаких проблем вообще, это собирается очень легко. Там по ходу можно додуматься самому, никаких схем тут нечего рисовать. Ну давайте вот поднимусь. Ой, шикарно. Просто вот я когда поднимаюсь, не чувствую вообще, как будто по прямой идешь. Вот выглядит вверху вот так все. Тут я дополнительную доску прикрутил, чтобы спрятать вот этот срез.
Так красивее просто. Можно было и без нее обойтись. Да и сильно все равно черновато. Ну, площадка. Площадка уже тоже замусолена от времени. Вторая площадка будет служить у меня для компрессора воздушного. Здесь у меня будет стоять стационарно. Разводку пущу из шлангов вот в пристройке и в основном там, где основной гараж будет. И все, там уже. Ну, это об этом потом. Ну, очень-очень удобно. Лестница. Да и к тому же получилось очень даже крепко. Вот одна часть, считайте, закреплена намертво к стенке. А вот эта часть, ну, если даже попрыгать, там маленькая небольшая вибрация только происходит. Хотя и тетива, видите, какая не совсем даже толстая. Ну вот, пожалуй, все. Давайте еще вот так вот. Раз. Чпок. Видите, как быстро. Все. Отлично.